На операционном столе пациент с диагнозом рак пищевода. Из-за патологии мужчина не может питаться естественным путем. Организм ослаб, сильно похудел. Потребовалась гастростомия. Установка специального зонда, через который в желудок будет поступать питательная смесь. В Барнауле такое вмешательство обычно проводят открытым способом, но сегодня пациенту посчастливилось. Его оперирует московский хирург, да еще и щадящим методом. Современная методика пункционной гастростомии, без разрезов выполняемая, это всего лишь, по сути, один прокол, делается под местной анестезией и контролем рентгенологического оборудования, ставится в желудок непосредственно трубку, чтобы пациент мог питаться. И начиная с завтрашнего дня, пациент может получать полноценное питание, как все мы, но только жидкой пищей. Операция длится не дольше 20 минут, а через 3-4 дня пациент уже живет жизнью практически здоровых людей, а после разреза организм восстанавливается не один месяц. Самое главное, малоинвазивный, то есть щадящий способ позволяет избежать различных осложнений. Выпадение гастростомической трубки, это мацерация, подтекание, нагноение, достаточно много. Несостоятельность швов, то есть может потребовать стенки желудка. Поэтому данная ситуация это позволяет избежать. В Москве устанавливать зонд через прокол начали с 2015 года. Но вот за Уралом этого никто не делал до сих пор. А ведь такая помощь весьма востребована. Пациентов с инсультами и онкобольных немало. Те, которые к нам попадают, у нас они раз в неделю, двое обязательно есть. Это те, которые до нас доезжают. Барнаульские врачи первыми рискнули освоить новый метод, несмотря на то, что стоимость расходников для каждой операции приличная. 30 тысяч рублей. Расходы берет на себя регион, саму же процедуру проводит бесплатно. Но по оценке столичного хирурга, уже в скором будущем в Барнауле смогут проводить до 50 подобных операций ежегодно. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.